Вот отпечатать схему. Достаточно мелко отпечатала. Но проблема эту картинку YouTube достаточно качественно. Только вот как я вижу, что нет желтого света. Цвет. И только синий и красный. В общем, принтер этот цветной картридж был поломан, один угол я заказал на AliExpress, и я поэтому его вот так изолентой скрепил, чтобы он держался. Тогда заработал, сперва моргала лампочка, что-то не мог работать. В общем, может, покажу их сразу, два вытащу. Вот поломан угол, вот у этого, вот видно, вот целый, вот отломан. Ну я там, в общем, возился, думал, что там называемые памперсы, кому иссякли, но оказывается